Как говорят православные священники, вся неделя, по-моему, правильно? Как святая, можно смело окунаться в течение недели. Хорошо рассуждать о нырении в ледяную прорубь, сидя в парилке. И кажется, что впереди нет ничего необычного. Люди выходят на мороз и окунаются в заблаговременно подготовленную ярдань. С теми, кто полжизни занимается зимним плаванием или попросту моржами, решиться на этот, на первый взгляд, экстремальный поступок не так страшно. Моржи! Ангарская, Иркутска! И повод подходящий. Сочельник. После полуночи считается, что вода во всех водоемах освещена, и для меня это своего рода репетиция перед завтрашним праздником. О! Те, кто не окунулся ночью в сочельник, сделают это на следующий день в праздник Крещение. Для этого в Иркутской области оборудовано 114 ярданей. Вот с такими купелями. Так что это дело уже принципа. Кто-то выберет для себя уединенное место за городом, кто-то посетит областной центр и ледовый храм на заливе Якоби. Мне лично повезло наслаждаться праздником Богоявления, любуясь на бесконечную красоту озера Байкал. Даже для моржей это не просто способ в очередной раз закалить и проверить свое тело на прочность. Лечат душу. Из Иркутска для освящения Иордани в поселке Никола приехал отец Евгений из Харлампиевского храма. Чудеса начались безотлагательно. После того, как в воду опустили крест, над храмом заблестело яркое солнце. Сегодня еще лучше, потому что есть солнце. Я так считаю, что мы заряжаемся солнечной энергией, энергией воды, так как в эти дни меняется структура воды. Действительно, исследования воды под микроскопом показали, из-за большого количества ион-радикалов она становится мягче, в ней меньше кислотности, а ее электропроводимость, как у воды, насыщенной электронами. Сами кристаллы принимают симметричную форму. Пенсионер Николай Востриков рассказал, ледяная вода для него не просто крещенский феномен, а чудесное исцеление. 3 года назад он благодаря ежедневным водным процедурам, сейчас внимание, излечился от рака. После года плавания я пересдал анализ, пришел к терапевту, она сказала, у вас онкологии нет. Чудо! Это было. Пример заразителен. В Иордане скрываются макушки подростков. На радость родителей и зависть сверстников. Они не понимают, как так можно вообще долго держаться в воде. Удивляются, ахают, все. Вздрагивают от резкого погружения в ледяную воду по всей России и, не стесняясь, выкладывают видео в соцсети. Яркий пример – президент страны Владимир Путин. Московская балерина Анастасия Волочкова нырнула в деревянную чашу мобильной купели. Боксер Николай Валуев выбрал огромную прорубь в диких местах Ленобласти. А вот жители курортного Сочи окунулись прямо в Черное море. Был сильный шторм, и сотрудники МЧС привязывали верующих тросом, чтобы избежать жертв. К слову, сами пожарные не совсем обычно отпраздновали крещение. Они окунулись в противопожарную цистерну. А инструктор по выживанию Осман Делибаш установила новый рекорд. Девушка просидела целый час в ледяной проруби. В общем, крещение – праздник не только церковный, но и народный. Цифры этому яркий свидетель. В Иркутской области в холодную воду окунулись около 60 тысяч человек. Алексей Келевра, Александр Барановский. Новости сейчас.